Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Софью Катеву с днем рождения. Ей исполнилось 14 лет. Тебя мы, Соня, поздравляем, не знай печали и невзгод. Здоровья, радости желаем. На льду тебя успех пусть ждет, говорится в посте команды в Инстаграме. Болельщики фигурного катания присоединились к поздравлениям. С днем рождения, талантливая и юная спортсменка. Успехов тебе, здоровья и новых достижений. В сети есть видеотрансляция через Перископ, где Камила и Даша отвечали на вопросы. Соня, с днем рождения. 14 лет – это серьезный возраст. Хочу пожелать не только больших побед, но и оставаться такой же позитивной, как и сейчас. Соня очень яркая, ни на кого не похожая фигуристка. Надеюсь, и в дальнейшем сохранить свою индивидуальность. С днем рождения, Софья, желаю достичь всех заветных вершин и в спорте, и в жизни. Здоровья, побед и веселых позитивных событий. Зажги так, как умеешь только ты. В сезоне 2021 Акатьева выиграла чемпионат России среди юниоров, а также финал Кубка страны.